правящая республиканская партия президента Сержа Саргсяна побеждает на парламентских выборах в Армении. Она набрала около 50% голосов. Занимающая второе место партия предпринимателя Гагика Царукяна получила 28%. Миссия наблюдателей СНГ отметила, что выборы прошли на многопартийной и конкурентной основе и были свободными, прозрачными и открытыми. В то же время оппозиция сообщает о многочисленных нарушениях, в том числе о неисправной работе оборудования и вбросах бюллетеней. Эти выборы стали первыми после референдума по конституционной реформе, которая предусматривает переход к парламентской форме правления. Глава государства заявлял, что эти изменения необходимы для более эффективного взаимодействия ветвей власти. В то же время руководство страны неоднократно подвергалось критике из-за этой реформы. Срок президентских полномочий Саргсяна истекает в следующем году. Противники нынешнего лидера страны уверены, что после этого он попытается занять пост премьер-министра.